Елена Черненко, газета «Коммерсант». НАТО приняло заявление по Украине. В нем говорится о недопустимости силового разгона демонстраций и необходимости диалога. А каким вам видится выход из политического кризиса в этой стране? Спасибо. Я не знаю, зачем НАТО принимает такие заявления. Не знаю, зачем господин Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, отвечает на вопросы, может ли Россия ввести войска на Украину. Не знаю, зачем такие вопросы задаются. И, по-моему, это создает извращенную картину, и подобного рода сигналы в неких извращенных, воспаленных мозгах могут вызвать совсем неправильное понимание того, что происходит. Мы исходим из того, что это внутреннее дело Украины. Я не понимаю вот масштабов таких достаточно агрессивных действий на стороне оппозиции. Об этом уже высказывался президент Российской Федерации Владимир Путин. Что произошло? Исполнительная власть воспользовалась своими суверенными полномочиями. Подписывать или не подписывать документы, ратифицировать или не ратифицировать документы – это полномочия исполнительной власти. Вернее, ратификация, конечно, предполагает и парламентскую составляющую, но вносит предложение исполнительной власти, как и подписывает. Если мы сейчас посмотрим на те документы, которые не вступили в силу из-за того, что та или иная страна их не подписала, то что же означает? Надо в каждой из этих стран устраивать демонстрации протеста. Рассчитываю, что украинские политики найдут способ вернуть ситуацию в конституционное русло. Мы выступаем за это и призываем никого не вмешиваться в эту ситуацию.